В результате постигшего Дальний Восток небывалого стихийного бедствия уровень воды в реке Амур побил все прежние рекорды. В среднем при Амуре на территории Биробиджанской епархии оказались затопленными 25 населенных пунктов. Пострадали социально значимые объекты. Чрезвычайная ситуация отразилась на охране государственной границы с Китаем, которая проходит по фарватеру реки Амур. Сейчас жители Приамурья нуждаются не только в материальной поддержке, крайне важна и духовная помощь. С тем, чтобы духовно поддержать и укрепить пострадавших от недавнего стихийного бедствия жителей Среднего Приамурья и воинов-пограничников, архиепископ Биробиджанский Кульдурский Иосиф обратился к главе администрации города-героя Волгограда Роланду Тамазовичу Хирьянову с просьбой на время предоставить ковчег с частицей святых мощей великомученика и победоносца Георгия. Роланд Тамазович откликнулся на эту просьбу, и 12 октября ковчег с чтимой святыней был доставлен в Биробиджан. Мы сердечно благодарим мэра города Волгограда за предоставленную возможность молиться перед такой величайшей общехристианской святыней, частью мощей святого великомученика, победоносца и чудотворца Георгия. Вчера и сегодня биробиджанцы приходили к мощам святого великомученика Георгия, моля его заступничество и предстательство на нашей приграничной территории. В Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана во время всеночного бдения, когда состоялась встреча ковчега, все присутствующие смогли поклониться мощам одного из самых почитаемых святых. С глубокой древности святой великомученик и победоносец Георгий считался особым покровителем нашего Отечества и православного воинства. Мы особенно чтим святого великомученика Георгия, потому что веками он являлся особенным благодатным заступником православному воинству. Всякий раз воинские походы наши православные воины брали изображение святого великомученика Георгия, изображали его на стягах, на знаменах, и не случайно этот святой воин на коне стал гербом и нашего первопрестольного града Москвы и изображается на гербе государства российского. Мощи святого великомученика Георгия Победоносца сейчас находятся в Благовещенском кафедральном соборе и доступны для поклонения верующим. В ближайшее время ковчег с мощами святого посетит пострадавшие от наводнения районы и пограничные заставы Среднего Приамурья, неся людям духовное утешение и ободрение. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».